Добрый день, дорогие друзья! 2020 год – это особый год в нашей жизни. Это год великой победы в Великой Отечественной войне. Это победа для нас, для всех. И, конечно, мы готовимся достойно встретить этот замечательный праздник. По всей стране, от края и до края, нет города такого, нет села, куда бы ни пришла победа в мае великого 9 числа. И смотрит на снов своих Россия, как будто лишь вчера закончен бой. Проходят победители. Победа остается молодой, проходят победители седые. Победа, победа, победа остается молодой. Как быстро бы года не пролетали, от нас не отдаляется она. И ей к лицу солдатские медали, к лицу ей боевые ордена. И смотрит на сынов своих Россия, как будто лишь вчера закончен бой. Проходят победители седые, победа остается. Но каждый день, прошедший без войны, и каждая весна свое начало, свое тепло берут от той весны. Победа! Победа! Победа!